Всем привет, с вами Артём, и сегодня мы рассмотрим мод из игры Starbound, который называется Blood Anvil. В общем, этот мод дает нам вот такой вот прекрасный верстачочек. Сейчас мы такого найдем. А, он в разделе... А, нет, он не в разделе светильников, но у нас в ящике лежит, точно. Да, вот этот прекрасный верстачочек. Вот, наковальня, такая шикарная. Вот, в общем, как ее получить? Для этого вам надо пройти старый добрый данжик. Сейчас я покажу, где он находится. В принципе, в космосе. В разных солнечных системах их очень много. Вот, в данный момент мы сейчас даже у него находимся. Не знаю, там прошло время или нет. Вот этот старый добрый данжик, в котором как раз таки вы можете его пройти. И в итоге вы можете его купить. Но, чтобы его купить, вам нужны, скажем так, очень интересные материалы, один из которых является 10 кусков мяса, вроде как 10 или 20 кислоты, пара энергоячеек. Сейчас я покажу, сейчас я вспомню, как эта штука называется. Так, она не крафтится. Сейчас, секунду. Так, в общем, стоит вроде ледяных экстрактов несколько штук, кислоты. На всякий случай советую взять вам по 20 кислоты, ледяного экстракта и что-то там 666 пикселей, 10 кусков мяса и вроде как все. Больше ничего не нужно. Вот. Так, и для чего же нужна эта самая наковальня? А в этой наковальне вы можете улучшить оружие вплоть до 10 уровня. У меня осталось 646 эссенций, к сожалению, да. Я потратился. Давайте посмотрим, что из оружия. Это можно... Вот смотрите, суть этого мода в том, что вы можете улучшить оружие. Любое. Абсолютно любое. Так, секунду. Абсолютно любое. Вот я сейчас открыл. Ну-ка. Да, даже оружие из модов вы можете улучшить. Так, секунду. Но оно стоит, кстати, дорого. Но мне не хватает эссенции ни на что. Но я знаю, как решить этот вопрос. В общем, я скрафтил обычный мечик. Его здесь пока что нету, но нажимаем кнопочку. Хоп. И меч появляется. Сколько он стоит? 1000. Блин. Ладно, давайте сейчас немного подфармлю эссенцию и продолжим. А то мне вообще не хватает ни на что. Так, в общем, продолжаем. Вот здесь вот делается верстачок. Стоит он 666 пикселей, 666 древних эссенций, 15 образца яда, выжженных ядер 20 штук и сырых стейков 10. Не знаю, почему именно так, но да ладно. Так, сейчас мы вернемся, в общем, быстренько на свой корабль. Естественно, куда же еще я не на корабль. И потом сразу... А, сначала мы возвращаемся из портала. Как раз, я не знаю, за сколько мы уложились, кстати. Ну, не сильно важно. Минут за 10 с моим-то комплектом брони и оружием. Я думаю, это 10 минут, конечно же, 10 минут. Вот. Давайте-ка вот что затестим. Данное оружие... Я набрал здесь все оружие, которое у меня было. Это я парочку ребят захватил, кстати. Да, вот этот у меня есть, а этих... Этот у меня вроде тоже есть. Вот этого у меня не было. Да, там, кстати, нехиленько так можно нафармить от этих ребят. Так, я думаю снять броню целиком и полностью. И посмотреть, сколько за удар получишь. 34 за такой. И, ну ладно, короче, 34-35. Странно. 18? Не понимаю. 35. Так, дальше заходим сюда, нажимаем. И нажимаем на это оружие. Было до этого 35. Теперь улучшаем его. Вот это самое оружие. 60. То есть на 25 урона мы прибавили. Давайте проверим то же самое на мече. Второй раз его, кстати, улучшить, к сожалению, нельзя. Я не знаю, в чем прикол с улучшением ядер, но я даже баловаться с этим не буду. Вот давайте меч. У него сейчас 4,7 урона. Улучшаем. И теперь это меч на... Где он у нас? Меч. На... 25,8 урона. То есть вы благодаря этому вы можете прокачать в принципе любое оружие. Вот даже, например, тот же гнев Теслы. Теперь у гнева Теслы, где он у нас? Вот он. 66 урона. И как видите, сбоку гнева Теслы появилась звездочка. Она появляется только у фиолетовых предметов. То есть вот сейчас меч у нас 35 урона. Он уже со звездочкой. Попробуем его прокачать. Да, здесь его можно прокачать. Так, сейчас посмотрим, сколько у него теперь урона. 55 урона. Шикарно. То есть это оружие можно, в принципе, все, вот это фиолетовое, улучшить в наковальне. Именно там. Но также его можно еще и прокачать здесь. Вот снайперская винтовка. У нее сейчас 28 урона. Улучшаем.
И у нее становится 44 урона. То бишь, на халяву, ну не на халяву, естественно, за эссенцию, можно нехиленько так прокачать своего, свое оружие, даже после того, как вы прокачали его уже в той самой наковальне. То есть вот это фиолетовое оружие, да и в принципе любое оружие, также модовское оружие, вы можете прокачать именно благодаря вот этой прекрасной наковальне. Но на этом, я думаю, мы закончим. Ссылка на мод будет в описании под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!